Уважаемые коллеги, начинаем нашу пресс-конференцию с Ярославом Деминым, чемпионом юниорского турнира трофея Северной Пальмиры. Да. Ну, во-первых, поздравляем вас, Ярослав. Спасибо. Так как вы у нас первый раз пока на пресс-конференции, расскажите нам, пожалуйста, о двух ваших матчах, да, которые вчера провели, и сегодня проход игры. Как, легко ли далась победа? Ну, начнем с того, что я еще ни разу не завершил матч на центральном корте. Первый матч был тяжелый, потому что я понимал, что я играю против своего хорошего друга. И плюс это еще центральный корт, первый матч. Мы еще мало играли на... Я-то играл побольше на больших кортах, ему было посложнее, потому что он еще не так много играл. Вот. И мы начали, был достаточно тяжелый первый сет. Мы шли гейм за где-то, я не помню, видел, что никто не мог найти этот корт номер один, чтобы посмотреть. Да, и все. И второй сет, первый сет я выиграл 6-4, и второй выиграл 6-1. А сегодня был тоже достаточно тяжелый матч, но в другом плане, в том, что ты должен был собраться и понять, что человек будет настроиться на тебя на все 100%, будет играть, даже сказал бы, на все 150%. И как бы я уже вон вам на интервью сказал то, что чем профессионал отличается, то, что когда он играет не в самый свой лучший теннис, он все равно находит выход, чтобы выиграть. И как бы я вот нашел сегодня, сделал... Хочу сказать спасибо, что у меня есть опыт играть против таких мальчиков. Так что да. Расскажите, пожалуйста, кто вас сопровождает на этом турнире? Кто ваша активная группа поддержки? На первом корте сказали, что сегодня оглушили всех. Да, со мной приехали мои родители, Александр и Юлия. Вот я благодарен очень сильно, потому что они меня поддерживают все время, катаются со мной. Вот я их очень люблю. И еще сестра должна была приехать, но не смогла. Так что да. А кто вообще вот самый ваш большой фанат в семье? Кто не пропускает ни одного матча, знает там все подробности? Они даже... оба, точно. Оба такие, мама, да? Папа, точно, они все такие. Они все время, они не смогут лечь спать, если я не сыграю. Так что они очень сильно переживают. И Катя, тоже моя сестра, очень сильно тоже переживает. Вся моя семья переживает, так что... Да. До нас дошла информация, что вы вчера были на празднестве у ребят, у молодоженов. Что-нибудь можете, может быть, про этот вечер рассказать? Говорят, что там был караоке. Какие песни поет молодежь в караоке? Я не знаю, я на караоке не был, потому что я понимал, что у меня будет завтра матч. Мы только поужинали, мы посидели все вместе в очень приятной компании. Александра, мой очень хороший друг, с Анастасией я познакомился на Умблдоне. Я ее разминал перед матчем. Вот. И как бы я очень рад за Александра и Настю. Как бы они оба молодцы. Что такое вот спланировали. Как бы, ну, даже неожиданно многим было. Как бы желаем любви, я не знаю, счастья. Угу. Долгой любви, самое главное. А возвращаясь к вам, вот расскажите, пожалуйста, какой Ярослав Демин теннисист с точки зрения характера? Вот человек по жизни и человек на теннисном корте, вы разные или одинаковые? Разные, ну 100% разные, потому что outside, как это? Вне корта. Да, вне корта я такой веселый, возможно, не знаю, смешной, вот, но не серьезный особо. Иногда могу быть, но вряд ли. А на матчах, мне кажется, я готов убить кого-то, когда играю. Очень сильно, ну, злюсь. Как бы, мне кажется, даже хорошо в теннисе иметь характер. Поэтому он точно у меня есть. А если бы мы вас попросили сложить портрет идеального теннисиста, взяв разные компоненты игры от разных, вот каким бы он был, этот теннисист?
подача, я думаю, наш Данилка Медведев. Справа, я думаю, Рубль. Слева, я думаю, Джокович. Передвижение по корту Джокович. Слайс, я думаю, Дэниел Эванс. И характер Джокович. Вы, когда выходите на корт, есть такое, что вы себя ассоциируете с каким-то, может быть, персонажем или супергероем? Вот кто это? Не, когда я играю, вот как Джокович, я иногда себя ощущаю, что как вот передвигаюсь по корту и как вот двигаюсь, бью по мячу, да, как Джокович. Ну а вот когда вы только начинали свои первые шаги делать, все-таки ваш, ну если не кумир, но кто вот вам импонирует, это был Новак или нет? Нет, это Рафа Надаль. Угу. Это у кого я тренируюсь в академии, вот, да, точно Рафа. Угу. Мухтар, как у теннис у вас был вопрос? У меня как раз вопрос по поводу моей академии. Абдулла Шельбай и Колман Вонг, это вот выпускники академии, которые вот в этом году очень хорошо выступали. Uh-huh. Вдохновляет ли тебя их пример? Ну, да, мы хорошие друзья. Вот с Абдуллой, с Колманом. Ну, приятно видеть то, что они сейчас растут в теннисной карьере, а Абдулла стоит в 200. А Колеман 200 с чем-то, он сейчас поднялся. Я очень сильно рад за них, как бы большие молодцы, и я их скоро догоню и перегоню. Есть еще вопросы, Васмутар? Ну, я думаю, сейчас потихонечку работает над этим, у него все получается. Ну, у каждого свой путь в теннисе. Да, это точно. Расскажите, пожалуйста, о своих, может быть, увлечениях или каких-то занятиях вне корта, что вам помогает там переключиться, разгрузиться. Ну, же кто-то, вот девчонки приходят, рассказывают, любят приготовить, любят почитать. Что у вас? Вот Данил Медведев, мы знаем, когда, что в игры любит играть компьютерные. Как у вас? Просто полежать в телефоне, вообще ничего не делать, на кровати. Я такой человек, который просто готов целый день пролежать на кровати и ничего не делать. Как бы, не знаю, особого увлечения нет. Вот сейчас полюбил гольф. Один раз сыграл, я еще очень плохо, но мне очень нравится гольф, да. Гольф. Именно физические, то есть никакие там не VR-симуляторы тоже есть цифровые, не в таком формате? Нет, нет, я в компьютере не играю, ни во что особо. PlayStation тоже не играю, так что, да. Успели ли что-то в Петербурге уже посмотреть, потому что у кого-то уже представилась такая возможность? Что у вас по плану, может быть? В прошлом году я тут был. Где мы были в прошлом году? Да, Усуповский дворец, я там был внутри. Вот, а так вот за это время, как я сейчас на этом турнире, нигде не побывал, потому что сосредоточен был на турнире. На концерт Баста идем? Идем, идем. А вообще какую музыку Ярослав Демин слушает? Ну, что в плейлисте? Ну, не Басту. Ну, не знаю, как бы я-то Басту особо не слушаю, я люблю там рэп, я не знаю, хип-хоп, американский, русский. Что попадется, то, что понравится, на слух. Ну, есть какой-то исполнитель, который вот хотел бы на его концерт попасть, может быть, даже познакомиться? Fifty Cent, я думаю, он сейчас в Казахстане выступал. Хотелось, конечно, туда, но не получилось. Коллеги, есть ли еще вопросы? Тогда благодарим вас за столь содержательные ответы и поздравляем с победой. Да, спасибо.